сіз полиция департаментінің жеке құрамынан 700-ге жуық жұмыскер жұмылдырылған. Ең танымал бағыттағы жолдарда бірнеше күн бойы кептелістер байқалады. Олар ең алдымен карантин режимін босатуға байланысты болып отыр. Кейбір азаматтар карантиннің тоқталуымен шатастырады. Сондықтан олар қалаға кіруге немесе керісінше қаладан шығуға тырысады. Карантиннің бітпегендігі туралы тағы да ескертеміз. Бақылау өткізу пункттерімен тек жедел штаб директорының арнайы тізіміне енгізілген азаматтар ғана өте алады. Жүк көлігін қоспағанда әр көлік құралын тексеруге белгілі бір уақыт кетеді. Осыған байланысты біз азаматтарды өз үйлеріне негізсіз шығып кетпеуге шақырамыз. Бұл шаралардың барлық азаматтардың денсаулығы мен өмірлерінің қауіпсіздігіне бағытталған. Түсінікпен қарауларыңызға өтінемін. На сегодняшний день ситуация на 25 блокпостах, функционирующих по периметру города, стабильная. На их работе задействовано около 700 человек личного состава департамента полиции города Алматы, без военнослужащих Министерства обороны. В наиболее востребованных направлениях на протяжении нескольких дней имеются места быть заторные явления. Они прежде всего связаны с ослаблением карантинного режима. Некоторые граждане путают с прекращением карантина, поэтому стремятся попасть в город или напротив выехать из него. Еще раз напоминаем, карантин не отменен. Блокпосты пересекать могут только те граждане, чьи данные оперативным штабом внесены в специальный реестр. На проверку каждого транспортного средства, за исключением грузового, затрачивается определенное время. В связи с этой призываем граждан воздержаться от необоснованного выезда из дома. Все эти меры направлены на безопасность здоровья, жизни граждан. Просим отнестись с пониманием. Спасибо. Благодарим вас за разъяснение. Бақ өкілдерінен сұрақтар келіп түсті. Бірінші сұрақ. Жаяу патрульдеуге тартылған полиция қызметкерлерінің міндеттері туралы екі тілде ақпарат беріп өтсеңіз. Енді қалада бізде күнде осы жаңағы әскери қызметкерлермен бірге, нацгвардияның қызметкерлерімен бірге 2000-ға жуық қызметкер шығады. Оның басты мақсаты жаңағы қоғамдық тәртіпті күшейту, бақылау. Сонымен жаңағы мынау карантин режимдегі байланысты кейбір азаматтарға түсіндірме жұмыстарын жүргізу, соларды жаңа масканы кию туралы осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі күнге күніне Алматы қаласына 2000-ға осындай жасақ шығады бізге. Орысша тілде айтсаң. Внутри города у нас на охрану общественного порядка выходит около 2000 человек. Это сотрудники Нацгвардии совместно с нашими сотрудниками патрулируют. Их главная задача — это патрулирование и охрана общественного порядка. Потом мы дополнительно разъясняем гражданам, чтобы они носили во время карантина маски. Мы проводили даже, чтобы раздавали маски гражданам, чтобы они соблюдали режим карантина. Меры предосторожности. В основном это разъяснительная работа. Благодарю вас за ответ. Канат Даниярович, насколько нам известно, работники полиции находятся на передовой, в первую очередь работают с населением. Скажите, пожалуйста, какие меры принимаются вами по обеспечению личной защищенности сотрудников полиции, которые несут работу в том числе и на блокпостах? Ну, у нас в блокпостах, я вот ранее вам до этого сообщал, говорил, что у нас 700 человек ежедневно заступает на эти блокпосты. Мы прежде всего их обеспечиваем всеми СИЗами, это масками в день. На каждого сотрудника мы выдаем по 4 масок и 3 перчатки. И плюс у нас, который транспорт проверяет, наделены они определенные. Наделены определенными этими, не по-моему, этот определенно наделены защитными костюмами. Вы можете заметить, во всех блокпостах есть у нас, к каждому блокпосту минимум по 5-6 сотрудников, которые непосредственно проверяют транспорт
Они, вот эти защитники, ежедневно мы проверяем их температуру, проверяем экспресс-тесты, проводим, и сейчас проводим, сейчас именно в первую очередь берем это на ПЦР-тест. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос поступил от корреспондента 31 канала в связи с поэтапным восстановлением жизнедеятельности города, открытием и возобновлением работы ряда новых предприятий. Скажите, пожалуйста, насколько увеличился поток автомобилей, так как есть ряд иногородних, которые также заезжают в город для продолжения работы? Ну, да, после 11 числа у нас действительно транспортопоток увеличился, ну, где-то на 20%. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос также касательно водителей. Все мы видим, что в социальных сетях, в мессенджерах распространяются видео, где мы видим нарушения со стороны водителей, которые выезжают на встречную полосу, создают проблемы как другим жителям, так и работникам полиции. Скажите, пожалуйста, какие меры в этом отношении принимаются? Да, есть такие факты у нас, выезд на встречную полосу. Такие факты мы сейчас дополнительно, эти блокпосты усилили сотрудниками полка патрульной полиции и спецбатальона. И дополнительно, вы знаете, в этих постах у нас стоят камеры Сергек. Мы эти нарушения выявляем. Если даже эти нарушения имеют место, потом мы их в отношении этих виновных привлекаем к административной ответственности. И такие факты есть. Могли бы вы подробнее остановиться на нарушителях? Сколько человек уже были привлечены к ответственности за нарушение карантинного режима, если есть такие цифры? Ну, во время карантина мы по 476 статье Кодекса административных правонарушений привлекли 2294 правонарушителя. Больше половины из них судом признаны виновным и привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Основная масса. 700 человек мы водворили административный приемник. Спасибо большое. Келесі сұрақ 31-ші телеарнадан келіп түсті. Карантин кезінде арнайы рұқсаттармен, мысалы, жерлеу рәсімдері, емдеу және басқа да себептермен Алматыға кіріп шыққандар болды ма? Иә, ондай жағдайлар болды. Арнайы нұсқаулар, құжаттардың бәрін көрсеткен жоқта, ондай басқа кедергісіз блокпосттардан жіберіп отырдық. Жалобу какой прохмет. Также жители интересуют вопрос текущей ситуации в области правонарушений. Скажите, пожалуйста, изменилась ли криминогенная обстановка в городе в период карантина? Наблюдаются ли со стороны жителей снижение актов незаконных, либо же наоборот повышение? И с послаблением карантинных мер изменилась ли ситуация с аварийностью на дорогах? Ну, криминогенная ситуация во время карантина действительно снизилась у нас на 30-40%. Вообще регистрация преступления. То, что касаемо аварийности, она у нас контролируется. Вы знаете, у нас 404 этих блокпостов, постов Сергея камерами оснащены. Они в первую очередь направлены на правонарушение, дорожно-транспортное происшествие. И вот эти все действия привели. Сейчас у нас во всех направлениях по дорожно-транспортным происшествиям идет снижение. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Еще один вопрос поступил от корреспондента Костак. Вопрос больше ситуативного характера. Скажите, пожалуйста, можно ли при выезде на дачные массивы предъявлять копию акта на землю, чтобы не возить с собой оригинал документа? Насколько нам известно, на блокпостах сотрудники полиции проверяют. Да, можно, пожалуйста, предъявляйте вот эту копию, действительно, если у вас есть госакт или технический паспорт на дачный участок, пожалуйста, предъявляйте, наши сотрудники будут пропускать. Спасибо большое за ответ. И могли бы вы еще раз остановиться? Достаточно важный вопрос соблюдения жителями города карантинных мер, в том числе в автобусах, в местах общего пользования, в публичных местах. Проводится ли работа сотрудниками полиции по контролю горожан на соблюдение данных мер? Возможно, патрули? Мы вчера по поручению акима города Алматы начали проводить рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками, работниками акимата и службы СЭС на общественном транспорте и на местах, где у нас эти предприятия, которые разрешены по вообще нормам содержания карантинных мер. Вчера вы по вашему телеканалу этот репортаж показали, сегодня эту работу тоже продолжаем. Также мы
по городу вот эти пешие патрули полностью ориентируем, чтобы разъясняли гражданам, что надо носить маски, не подвергать себя и близких опасности. И разъяснительную работу проводим в этом направлении. Да, такие меры мы принимаем. Спасибо. Спасибо большое. И в завершении нашей пресс-конференции могли бы вы еще раз остановиться на правилах прохождения через блокпосты, так как есть случаи, когда жители, которые заведомо не имеют доступа к проезду через блокпосты, все-таки едут. Ну, через блокпосты у нас, вы знаете, у нас все информация в этих планшетах, оперативным составом. Тем лицам, которым разрешено выезд или заезд через эти блокпосты, в оперативном штабе мы внесем наши планшеты, и через эти планшеты мы пропускаем. Без разрешения до оперативного штаба мы никого не пропускаем. Спасибо. Спасибо большое, Канат Даниярович, за участие на нашей пресс-конференции, за разъяснение текущей ситуации на блокпостах. Уважаемые телезрители, также к нам поступает ряд вопросов от СМИ по вопросам ограничений и планах по снятию блокпостов. Мы это обязательно проинформируем о всех принимаемых изменениях в работе блокпостов. На сегодня блокпосты продолжают свою работу, ограничения в связи с карантинным режимом продолжаются. По всем интересующим вопросам вы обязательно можете обращаться в общественную приемную города Алматы, ОПН Алматы по номеру 1308. На этом время нашей пресс-конференции подошло к концу. Благодарим всех за внимание. Соболуңыздар.